На Тайване растет количество жертв землетрясения. По последним данным, в списке погибших уже 23 человека, в том числе 6 детей, пропавших без вести около 120. Большинство из них может находиться под завалами 17-этажного дома в Тайнане. Надежда найти людей живыми еще есть. Поисково-спасательные операции по разбору завалов в многоэтажке принимают участие более 600 человек. Задействовано свыше 150 единиц техники. Но, как говорят спасатели, время играет против них. Доступ к пострадавшим крайне затруднен. Спасательные работы проходят очень тяжело. На то, чтобы вытащить из-под обломков одного человека, уходит 8-10 часов. А под завалами до сих пор находится больше сотни людей. Пробиться ко многим из них поисково-спасательные группы пока не могут. В результате подземных толчков, которые произошли в ночь на субботу, 17-этажное здание разломилось пополам. Верхняя часть рухнула на землю. Власти полагают, что дом был построен из некачественных материалов с нарушением строительных норм и требований. Уже начато расследование.